Челябинской области один человек задержан за то, что его действия привели к пожару в лесу. И еще трое под подозрением. Такие данные сегодня на совещании в правительстве области озвучил начальник управления лесами. В этом сезоне уже произошло более 70 пожаров, больше, чем прошлой весной. Жителей просят не разжигать костры, а также не проводить пал травы на полях. Он становится причиной трети пожаров. Я достаточно много двигаюсь по Челябинской области. Она горит, она вся горит. В Челябинской области в этом году уже случилось более 70 пожаров. Выгорело почти 730 гектаров лесов и полей. С доклада о пожароопасной ситуации начинается совещание губернатора с главами городов и районов. Один житель области уже задержан, сообщает начальник управления лесами региона. Он сжигал ветки прямо в лесу в Увельском районе. И еще трое поджигателей находятся под подозрением. Им может грозить штраф от 5000 рублей. И даже уголовная ответственность, если ущерб от пожара будет большим. И причина основная – поджигают, жгут траву. Этому есть последствия. Я просил бы глав обратить на это внимание. И те, кто такие решения принимает, должен понимать свои риски. Это не шутка. Может быть, статья. Борис Дубровский поручает главам обеспечить безопасность лесов. Апрель-май в прямом смысле самое горячее время года. В эти месяцы случается 70% пожаров в году. К тушению сейчас готовы больше 5500 человек. Среди них добровольные казачьи дружины. Уже отремонтирована вся необходимая техника, 1700 машин, оснащены наблюдательные вышки. У нас есть народные дружины, которые есть в каждом поселении. Есть техника, это трактора с плугами, которые есть в управлении лесами, есть у фермеров, есть у сельхозпроизводителей, заключены с ними соглашения, и они по первому нашему зову они приходят, отпахивают поля. От пожаров переходит к посевной кампании. Она начинается в понедельник, 25 апреля. Фермеры уже закупили необходимые семена и заканчивают ремонт техники. В этом году южноуральские аграрии планируют собрать не меньше 1 миллиона 830 тысяч тонн зерна и около 900 тысяч тонн овощей и картофеля. Посеют больше бобовых и масличных культур, например, в 2,5 раза больше льна. Эта культура для области нова, но выращивать ее выгодно. Производство дешевое, а готовые семена дорогие. Их применяют в медицине и пищевой промышленности. Посевные площади увеличиваются на 21 тысячу гектаров. В оборот вводят земли, которые давно не использовались. Их в области около 500 тысяч гектаров. 250 еще можно вернуть, они не заросли деревьями. Но проблема в том, что у земель уже есть хозяева, которые участки не возделывают, поля простаивают. Но в России сейчас готовится закон, который позволит забирать земли у таких владельцев. Сегодня в первом чтении Государственная Дума приняла решение о изъятии земель неиспользуемых сельхозназначения. Федеральный закон принимается такой. Значит, механизм подобного рода уже существовал в законодательстве, но он не работал. Мы надеемся на то, что в этом году будет принят этот закон во всех трех чтениях. Для того, чтобы начать посевную, аграрии уже получили 1,5 миллиарда субсидий. Всего же до конца года фермерам направят 4 800 000 000 рублей. Кстати, сейчас в области готовятся к сельскохозяйственной переписи. Итог всероссийской переписи приведут только в 2018 году, но Борис Дубровский озвучил пожелание увидеть отдельно южноуральские итоги уже в этом году. Выпавшая. Социальные сети взорвали снимки и видео девушки, которая висела вниз головой и упала из окна 5-го этажа. Несчастный случай произошел на улице Победы в одном из многоэтажных общежитий. Подробности происшествия у Натальи Русиной. Провисев несколько минут вниз головой, девушка сорвалась и упала. За ноги и одежду ее пытались удержать знакомые, находящиеся с ней в комнате. Социальные сети взорвались от количества снимков и негативных комментариев. Многие пользователи утверждают, что девушка была пьяна. Пьяным море по колено. Бывали случаи, с 8-го этажа падали, вставали и шли дальше. Вот что пивная делает с общагой. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и попыталась выяснить, что произошло на самом деле. Дверь комнаты, из окна которой выпала девушка, нам открыл молодой человек. Представился братом пострадавшей, но свое имя не назвал. Он рассказал об этой ситуации более подробно. Там вообще рассказывать нечего, просто девушка больная реально, у нее шизофрения. У нее еще вчера отключено человека. Я вот ее Да, мне просто вчера надо было, короче, поехать и идти на работу в Золотую Устье. Я ее не мог одного дома оставить, думал, сюда привезу, думал, она мне поможет. Но она вчера тоже, что,
Утро, 9 часов было, дети все спали, она проснулась. Дверь закрыта была, чтобы она с тобой что-нибудь не сделала, на улицу не вышла. Пока все спали, она окно открыла, решила сойти с окна. По словам молодого человека, девушка была психически нездорова. Что побудило ее совершить такой поступок, разберется полиция. Пока же пострадавшая находится в отделении реанимации второй городской больницы. Доставлена в крайне тяжелом состоянии, с нарушением головного мозга, множественными переломами, сочетаны политравмы. Имеется, больная находится в тяжелом состоянии, резкое угнетение сознания. В настоящее время она находится на лечении в реанимации. Врачи пока не дают никаких прогнозов по состоянию девушки. Ограбили и чуть не убили. Оператор букмекерской конторы едва не лишилась жизни из-за 10 тысяч рублей и сотового телефона. Дерзкое нападение на молодую женщину совершил постоянный клиент тотализатора. Кадры расправы смотрите далее. Преступник заранее продумал свое нападение. Все случилось ранним утром после хоккейной игры за Кубок Гагарина. Нападавший рассчитывал, что в кассе букмекерской конторы будет большая сумма денег. Мужчина ждал момента более 5 часов. Мужчина пришел ночью, около 2 часов ночи, в помещение букмекерской конторы. Значит, там находился до утра. И около 7 утра решил, когда не было посетителей, совершить разбойное нападение, поскольку нуждался в деньгах. Значит, он напал на кассира сзади, набросил петлю из шнура на шею, стал ее душить. Наживой нападавшего стал телефон кассира, ее золотая цепочка и 10 тысяч рублей из кассы. Когда молодой человек собрался уйти, он заметил, что девушка встала и нажала на тревожную кнопку. Преступник снова уронил девушку на пол и начал душить, но в контору уже ворвалась оперативная группа. Оперативно прибыв по сигналу тревоги, нарядом в помещении букмекерской конторы был задержан подозреваемый, который совершил противоправные действия в отношении оператора данной конторы. Сейчас пострадавшая девушка находится в отделении реанимации. На ее теле множественные гематомы и отек внутренних дыхательных путей. Доставлена в тяжелом состоянии, с выраженным нарушением дыхания, за счет развившегося отека. Больная была помещена в реанимационное отделение, где оказывалась на протяжении ближайших двух дней неотложная помощь. На сегодняшний день в целом можно оценивать состояние как средней степени тяжести с положительной динамикой. Подозреваемый задержан. Сейчас проводится расследование по факту покушения на убийство, сопряженного с разбоем. Если вина будет доказана, молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Знатоки кино и мультфильмов. Шестиклассники приняли участие в брейн-ринге, посвященном Году кино в России. На сцене Дома культуры «Динамо» собрались команды школы номер 13. Погрузиться в мультмир им помогли мультик и пультик, а также компания «Интерсвязь». А кто такие фиксики? Это 6Б! Брейн-ринг состоял из нескольких раундов. Школьники представляли свои команды, отгадывали мультфильмы, продолжали фразы знаменитых мультгероев, танцевали и собирали пазлы. А мультик и пультик из волшебной страны им помогали. Капитан команды «Фиксики» Настя Напальчикова признается, сначала было страшно, но главное – правильный настрой. Мы готовились тщательно, каждый день репетировали, боялись очень сильно. Мы от школы, даже от уроков сказали, можно нас отпустить, потому что мы на улице, под дождем репетировали. Если думать о хорошем, то все получится. В процессе подготовки ребята пересмотрели много советских и зарубежных мультфильмов. А во время брейн-ринга школьники продемонстрировали знания, сообразительность и способность творчески мыслить, как и задумывали организаторы. Программа направлена на познавание, выявление, насколько ребята знают советские и зарубежные мультфильмы. Ну и в конце, конечно же, ждет победителей и участников всей программы награждения, призы. Призы ребятам приготовила компания «Интерсвязь». Провайдер постоянно поддерживает городские мероприятия, творческие и интеллектуальные конкурсы. Брейн-ринг, посвященный Году кино, не стал исключением. 2016 год – это год российского кино. Компания «Интерсвязь» в том числе является провайдером услуги кабельного телевидения. И нам приятно, что нас пригласили на это мероприятие, где будут конкурсы. Мы приготовили для победителей наши подарки, сувениры. Приятно, что нас пригласили в качестве партнеров на такое интересное мероприятие. По итогам брейн-ринга бронза досталась команде «Алые паруса», серебро команде «Фиксики», ну а лучшей стала «Великолепная шестерка». Ирина Горностаева, Андрей Суворов, ОТВ МИАС. Расправив крылья, снег в нашем городе сошел окончательно, наступили теплые дни, и многие спортсмены с удовольствием выбрались на уличные тренировки и соревнования. На стадионе «Труд» прошли первые в этом году забеги легкоатлетов МИАСа. Подробности далее.
Для многих спортсменов наступление летнего периода символизирует начало усиленных тренировок. Для мягких легкоатлетов это еще и возможность опробовать специальное покрытие и привыкнуть к стадионным условиям. О пользе тренировок под открытым небом нам рассказала мягкий тренер Светлана Богданова. В этом году сезон ранний, у нас уже спартакиада 12-13 мая, поэтому нам нужно готовиться к ней. А готовиться мы можем только в условиях тех соревнований, которые будут проводиться, то есть на улице. В манеже очень жесткое покрытие. Даже вот мы на зимний сезон приезжаем в хороший манеж 200-метровый, и ребятки у нас хуже выступают. Не только потому, что там дистанция, в смысле круг по длине, но еще и из-за покрытия. То есть надо тренироваться на том покрытии, на котором вы выступаете на соревнованиях. Светлана является тренером высшей категории. Легкой атлетикой увлеклась еще в школе, тренерской деятельностью уже занимается последние 33 года. За свою карьеру воспитала множество призеров России. Сегодня воспитанники Светланы впервые в этом году выбрались из скрытого комплекса на открытую площадку стадиона. Традиционно в апреле на беговых дорожках труда легкоатлеты устраивают подобные забеги, цель которых – разминка перед ближайшими областными соревнованиями. Традиционно уже сколько лет подряд, как стадион открылся, да и раньше, всегда вот в конце апреля мы проводим соревнования на призы открытия летнего спортивного сезона. То есть вот мы вышли из манежа, маленько тренировок успели сделать, и вот сегодня у нас первые соревнования. Ну, погода худо-бедно повезло. Значит, дистанции у нас всего две, это 300 метров и 600 метров. Прыжки в длину мы сегодня из погоды отменили, потому что там мокрый песок и дорога мокрая, поэтому травмоопасно. Прошедший забег является первым просмотром спортсменов в этом году. Ближайшие соревнования, первенство города среди юношей, намечены на начало мая. По итогам соревнования лучшие бегуны будут представлять наш город на спартакиаде Челябинской области. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Продолжение спортивной темы. Вот уже в 20-й раз наш город принимает спортсменов-самбистов из различных городов и областей. В Миассе прошел традиционный всероссийский турнир по самбо на призы Миасской Федерации. На площадке спортивного комплекса «Олимп» встретились самбисты из Челябинской и Свердловской областей, Кургана, Перми, Уфы. Более 200 участников в этот раз боролись за лидерство. Сюрпризом стал подарок, который организовал президент Миасской Федерации самбо – круглой дате турнира. К нынешнему 20-му юбилейному турниру он сделал нам хороший подарок, купил новый борцовский ковер. Так что теперь мы обладатели двух борцовских ковров. Раньше мы арендовали ковры, привозили с Чебаркуля, с Челябинска. Прошедший турнир был отмечен еще одним событием. Звание тренер года получил миасский наставник Вячеслав Суслов. По итогам соревнований МИАС заработал 4 первых места, 7 вторых и 2 третьих.